Здравствуйте, дорогие друзья. Мы говорим с каббалистом Михаилом Лайтман. Добрый день. Вот у нас оказалось, что наши зрители, часть из них приходят на наши утренние уроки. Я вообще удивляюсь. Это значит, они приходят, встают в 3 часа ночи, чтобы смотреть наши ночные уроки. И вот они спрашивают, что самое главное для вас передать вот своим ученикам? Правильное мировоззрение. Взгляд на мир – на жизнь, на человека, на эпоху. Это самое главное. То есть вы включаете туда взгляд на то, где мы находимся, современный мир. Обязательно. В первую очередь. Это для меня самое главное сориентировать человека в правильном взгляде на, на его жизнь. И для этого мне надо э, объяснить ему более-менее картину мира, в котором он существует, и как ее можно изменить в самом лучшем направлении. С помощью чего, какими средствами. И до чего ее надо довести, эту картину мира. Потому что она зависит от нас. Мир является производной от нашего восприятия. Оказывается, не мы живем в мире, а мир живет в нас. Да. И вот это вот передать человеку, что ты делаешь свой мир, ты его создаешь, ты его рисуешь в себе. Вот до этого дойти это непросто. И начать так относиться к миру, это революция, очень серьезная внутренняя, духовная революция человека. И надо к этому подвести людей, обратить их внимание на то, что мир это не то, что они чувствуют. Мир это производное от того, как они относятся к нему. То есть можно пере как сказать, переделать, перенастроить себя на восприятие иного мира. А у мира не существует своей формы, своего вида. Это картина, которую ты можешь программировать. И так ты можешь... Э, Перепрограммировать мир в результате. Да, да, да. Так ты можешь строить мир, в котором ты живешь. В котором я живу. Да. Сразу этот мир, в котором я живу, он будет для меня изменяться. Конечно. Он будет изменяться в соответствии с твоими пожеланиями, с твоими свойствами, с твоими усилиями. То есть, делай ты творишь мир. Вот это я понимаю, когда вот мы с вами так разговариваем, это идет на широкую публику. Но вы сейчас говорите об учениках своих. Вот я, например, воспитан на не очень понятных для многих литературе, на литературе, учебниках. Учение спирот, введение в науку Кабала и так далее. Вдруг мы сейчас это на какое-то время оставили в стороне и изучаем актуальные вещи Баля Сулама, то есть мир в мире, мир и так далее. Вот это разворот. Это необходимо для того, чтобы понять, что мир является действительно чисто производной от нашего отношения к Нему. То есть, вот это самое главное ваше сейчас задание. Да, мы существуем в море света, высшего света. И в той мере, в которой мы будем э, подходить, адаптироваться к этому свету, в той мере мы его будем ощущать. Ощущать в различных формах. И формы эти должны прогрессировать в зависимости от нашего внутреннего изменения, улучшения себя. Вот к этому мне надо подвести человека. Ты хочешь видеть мир другим. Давайте будем этим заниматься, но для этого мы должны предварительно все-таки набраться каких-то знаний и каких-то инструментов для того чтобы знать, каким образом мы воспринимаем мир и каким образом мы можем его менять и к какому виду. потому что сам мир он не имеет никакого э, свойства определенного вида никакого определенного. Если мы в него не вмешиваемся, тогда все мы люди видим мир одинаковым, потому что в нас заложено эгоистическое желание, и оно нас настраивает на вот такую э, общую картину мира. Поэтому у нас существует общее восприятие, общий язык, э, общение, коммуникация и так далее. Но если мы... Начнем понимать, что мир это то, что я рисую в себе, и таким образом я вижу его снаружи, то тогда я смогу уже заняться индивидуальной картиной мира, устройством мира. И здесь уже мы входим в совершенно другую область. То есть мы начинаем понимать, почему мы находимся в таком... Ухудшаемся, ухудшающемся мире, и почему он именно таким образом ощущается нами, что мы можем сделать для того, чтобы начинать ощущать его другим. Для этого мы должны внутренне перестроиться и прийти к такому, к такому состоянию, когда в наших в пяти органах телесных мы будем ощущать одну картину мира, как все окружающие. И в пяти органах, которые мы в себе будем постепенно воссоздавать, мы будем ощущать иной мир, так называемый высший. Сможем ощущать разницу между ними, как высший мир рисует в нас картину этого мира. Как мы из этого мира можем подниматься в высший мир. Вот, это, вот эти состояния, которые мы должны начать реализовывать в себе, эти состояния, они постепенно-постепенно должны быть нам все ближе и ближе. Поэтому Самая главная наша задача ⁇ это пройти определенные этапы духовной подготовки и затем начинать себя менять. И, соответственно, наблюдать, как мы меняем картину окружающего нас мира в соответствии с нашими внутренними изменениями, как следствие наших внутренних изменений. То, что нам дано этот мир в таком состоянии, это нам дано, дана определенная картина, которую мы воспринимаем в наших эгоистических исконных свойствах, которые тоже постепенно-постепенно меняются. Меняются у всех более-менее одновременно. Поэтому мы наблюдаем человечество и неживую растительную и животную природы, которая постепенно-постепенно меняется. Но это развитие очень медленное в течение тысячелетий, и оно чисто эгоистическое. Если мы будем подниматься над нашим эгоизмом, то мы будем входить в совершенно иные ощущения мира, и будем уже как бы в нас, в самих независимо от внешней картины, видеть иной мир, иную картину, иные взаимодействия. Мы будем видеть уже не, не живую растительную животную, природу и человека, а будем видеть мир сил, то, что является на самом деле. И наш мир тоже является силами, которые воздействуют на нас и создают в нас такие проекции – этого мира, который кажется нам живыми, существующими данными в наших ощущениях, но на самом деле нам важно начать взаимодействовать с миром сил. Вот к этому я должен подвести людей. Они еще этого и не знают, но к этому надо их готовить. Подготовка занимает много лет. Но я думаю, что сегодня уже можно об этом говорить. И мы к этому вплотную должны подойти буквально в плечи, в течение ближайших, может быть, даже недель. Вот. Поэтому я не хочу заниматься чистой механикой, отвлеченной какой-то наукой, где чисто на каком-то листе бумаги. Мы будем чертить какие-то графики, взаимные отношения там между физическими непонятными нам силами, а когда мы сможем в себе э, эти силы э, воспроизводить, реализовывать, и тогда то, что мы будем изучать, это будет как наша теоретическая часть, которая необходима для предварения, претворения наших действий уже духовных. Вот к этому я хочу привести людей, поэтому я не спешу врываться в саму новую каббала, потому что для того чтобы ворваться в нее практически нам необходимо владеть определенными силами природы, которых у нас еще сегодня нет, они еще не проявляются. Нам надо начать их проявлять и э, научиться после этого уже с ними реально работать вот это пожалуй ответ на то к чему мы должны прийти